Вот топор. Сука, и ни одного роги нет. Так, у меня в кулаке сейчас какой-то демон бахнул на 60% урон или на 80%. Жень, скинь был свой, пожалуйста. Так, короче. Сань, нам три демона надо в рейде. Почему? Вообще всех на урон. Я ломлюсь. Потому что там будет 125% урона постоянно висеть на рейде. Плюс. А почему плюс 500? Ладно, разберемся дальше. Этот... За приход, может, за время... 500, потому что второе убийство. Ой, блядь. Ладно, я меньше начислил за это. Да, я начислил меньше за этого. На 200 получается. Я 300 начислил на... Хорошо. Все поняли. Да. Короче. Блядь, да хватит открывать ебучие мешки, вы мне багаете, Дон. Короче. Амулет. Не плачьте. 250. Она хуже, чем с острова. Так, подожди. Маша, тебе на этот, на сову, да? На ОФ 125, да. 125 епархи. О. Да, отдавай. Раз, два, три. Маша, когда обмены не отнимайте, Маша. Ты хочешь с Дексиона? Тебе надо на мейн? Если надо на мейн, то ИП. Какой мейн? Там должен это быть. Сейчас... Ну все, тогда давай. Ну, на саму тоже говно на самом-то деле. Ну пусть будет. До 125. Так, кольцо 250. Надо кому? Кому что там говори? Не надо было никому отнимать. Маша, отними 125 за шпею. Короче, 125 кольцо раз, 125 два, 125 три. Никому не надо. На успех 125. Похова нужен кольцо. И кому-то там еще. Коля. 125 раз на успех, 125 два. Ну, как хотите. Так, это пароль на трансмок не в 4. Может, Марухич в лему. Это пароль тебе на трансмут, на трансмок, кому кто хочет, за один кристалл пропасть. Пароль тебе. Быстрее. Раз, два. Не ролик, кто? А что, уже кто там выиграл? Рария. Все, Леня, с тебя один кристалл пропасти в ГБ и кидай мне. Кидай мне. Так, Женек, какая тебе шмотка нужна с босса? Да я просто хочу сурфанга попиздошить и все, и поиграть. Поиграй. Меч нужен. Ну тогда быстро просто. Меч нужен. Короче, выполнить 250 старт. Раз. 252. Так это ты ставишь 250, я за тебя поставил. 250 раз. Хила могут убить, могу поменять. Уйти 250, уже Марухич прыгнул в лемо. 250 раз, 252, 253. Все, Женек в рейд, кто-нибудь надо, чтобы пофнуться. Давай, иди, Троянский, ты иди настраивай, ты там хотел. Не, я все настроил, нет! Купи, вы просто твари. Мне надо нахуй шмот с босса, ты что, рофлишь, блядь? Хорошо. Саня, давай офнись ты тогда. Я? Нет, со Мавар, который в 3 хила пустили. Давай, хорошо. Просто офнись. Поставьте шкаф, засумоньте Женька и погнали. Тебе смотки не надо, Саня? С босса? Нет. Ну, быстрее шкаф и погнали. Будем. Локи петов скиньте туда, там, где вы обычно скидывали. И раньше тоже пропишите. По тактике убьем. Петов нельзя, да, травить? Ну, ханты своих нормально, а тех локи пусть скинут. Рейндж сколько тут? 8, 10? 12. Дайте сумку, пожалуйста. Могу боб дать.
Да, дайте ребаф Зиньку минимальный, со следующего босса фласки раздам. Кушайте рыбу. И запускаю босса. Что нажимаю? Сейчас запускаю босса. Какой его козырь был отчима? Чего? Веру с пула. Тоже отдаем. Какой есть распыл? Потом киньте обмен 2 кольца нам на распыл. Гламур, держи дистанцию. Чё, дистанция же? 12. 1.5 метра и в маске. Я, Саня, тебе уже отдал кристалл. Я видел, я хочу 2 смотки на распыл отдать. Никому не надо. Рано дал. Блин. Я напугать хотел. Что вы, блин, завело, ребят? А, блядь, у Наёми не, спросил, или где, что, ну ладно. Герус пула дали. Чё, не зря мы декапы в гильдии собрали, да? Блядь, Владика что ли сделать? Это пиздец какой-то, ебать. Вы трэш играете? Возможно. Да, потрэш играйте вы, потому что сейчас не расслабляйтесь, потому что здесь упадем, все мины дам. Особенно милик. Кто не играет по трэш. Апокалипсис на том КД дамажил 12013. Плюс 5к, понимаю. Ну что, апокалипсис, ты сейчас желанный гость во всех рейдов. Так надо еще до конца догнать, как это все работает, спасибо, блядь. Я не знаю, но в простах вообще ротация другая, вообще полностью. Бладика я не знаю, что там. Блади тоже другая. Тоже? Перестал быть бесполезным, да? К Тестеру, наверное, стрёмно, бля, вообще. Так она не работает, не работает. У котов тоже не работает. У Фурика тоже не работает. 10 секунд, как всегда, Бори.
Я вот сейчас релогнулся, и все, что было написано, все убралось, так что надо это еще откатили обратно. Кажется, с нерелога сейчас, до профа как минимум, до щедры. Мальчик мой. Нагните, нагните, я избавлю там. И мастеру можешь нажать, Сань, ты. И нормально пассацион закинь. Да не надо. Мне кажется, сегодня ДС, кстати, вечером добавят. Завод. Аспект переделывать, ебать, ироническое оружие нахуй выкидывать. Ох, запой, блядь, кота нашего. Думаю, я волю, я волю хотел. А мне кажется, не скоро еще добавят, они только в магаз это добавили, еще не успели бабок накрутить себе. Может быть, ты прав. Блин, ДПС вырос на... у меня лично на 3К. У меня на 2К где-то вырос. Не знаю, 1000 на 4 точно вырос. Так ну, нет, 2 такая-то, и он еще не работает. Буря так, как дальше у вас, так как дальше. О, запы много. Ну, запы разрулим. Да. Сейчас разрулим, что вы переливаете? О, ДС не падает, сука. Так, запы, буквально. 250. Ты 5К сразу ставишь? Ну, молодец. 5К троянский. 8К. Шнурки раз. Троянский 9. 10 шнурки. 11 шнурки, 12 троянский. Вот, 14. Вот нормально, нормально ставят, учитесь. 15 троянский, 15 500. Иди нахуй, Вальку убьем. Давайте Вальку убьем. Давайте, Валик, давайте. Прилетели все, Валик. Ну, блин. Нет, только все прилетите. Галя, 15 500 отнимешь. Сейчас там вторая летит, давай. Подождите, все вначале все прибегите, потому что потом не сможем телепорт сделать, отбеги сами. Все телепорт сделали. Да, блядь, что они не могут телепорт сделать? Да, уже? Да, да, могу. Блядь, ноги залагало. Видимо, не могут. Молодцы. Токен ролим. Токен 700 ролим. А. Троянский 1. 1К. Отмена, минус. Блядь. Понятно, тут все, уже Т4, нахуй, вот это 10. А, подожди, это же, а ты не ролишь? 750 юи, раз. 1, сори. Кошпит, блять. 1К раз, 1К 2, 1К 3 кидай. Момент. Так, Сацуна, Полинор, Враска, вы здесь? Я вот в Альку агрю. Все, иди в агре, погнали. Есть смысл вторую агрить или лучше надо? Нет, по одной лучше, они и так, скажем так, есть с ними проблемы, я определенную. Сейчас она все равно сагрится, значит. Блядь, ну вы что, она сейчас хила наделает. Гнева небеса, давайте когда новые будут выходить, донежить. Дети родились. За меня дают. Что, сегодня в кару идем? И вот ради этих двух мусорных валик мы мучились столько. Да. Так, еще один токен. Не, ну в хреме они мозги ебут. В обычке можно убивать, чтобы да, было больше времени. Чика, Кадама тысяча, Кадама тысяча. Раз, гламу. Два Полинор. Марухи 2.5. Кровь Сосуна, да, забирает сейчас. Кто? Кровь Сосуна, да. Он шем будет собирать. 3.9 Полинор. Ладно, ждем третье КД. На третьем КД будут все ролить просто. Кто, вот все, кто будут, присутствуют, поролят и заберет, кто выродил. Или будут. Если ДС добавят, у кого будет возможно. Нет, без ИП. Сань, я, может быть, на хэпала перепрыгну, если Т4 обратно не откатить. Давай мне тогда. Тогда кровь нифига мне уступает. В смысле,
Хпала перепрыгнуть. Ты хочешь хпалом? Ну, если Т4 будет нормально, вот как написано, работать, я за хпала прыгну. Там нормальный сет Т4. Да нахуй себя покалкивает. Так, ладно. Блядь, ну хуя, что мод вообще не проиграл. Так, короче, ладно, сколько там ЕП было? Марухи 4. Раз. Марухи 4. Два. Марухи 4. Три. Все, кидай обмен, Марухи. Сколько я шмоток забрал? Я забрал всего 3 шмотки на ретрика. Из 25-ки. Не, ну это знаешь, если бы знал, то не забирал. Тут уже такое. Да я думаю еще, я не говорю, что я 100% проводим. Я нужно думать сейчас, потому что ты хрен собираешься. Либо ты, либо Петя. Давай Петя собирает, я просто тогда, если что, спекцию. А, у Пети есть уже. Опа, Водинка упал, давай ролик. Типа видишь, сейчас если заберу. Мы соберем, я буду все равно спекаться. Будет Вадим чаще спекаться, плюс Ваня на хпале все-таки, наверное, будет играть еще. Поэтому думай. Ну, он, Ваня. Визни, это магия или болезнь? Ой, да. А он, кстати, на Варе лебнул, да? Болезнь. Магия. Как там, 10к ИП? Нет, здесь КП я бы что-то ретриком буду. Диспейнт, я лоб, да. Водинку забрали? Нет, сейчас заберу. Вначале нужно этот... Опод, идите. Всех мобов чекните. Вот эти, которых... И потом подойдите, которые Водинка я поставлю. Ко мне подойдите. Вот в большом, в большом тут. Всех мобов тех чекнули, да? Да, там перчатки какие-то. Так. Сейчас нужно будет рейд менять по-любому. Мавар нужен обязательно. Будет. Марухич, ты Варшама, да, обратно прыгай уже. Все, подождите, пока не пуляйте дальше. Не пуляйте. Давайте, так, нужен один человек на замену. Ну, Лёня, надо что-то... Давай фокать. Я пойду пока, да. Да, ну, хорошо. Наёми, тебе что-то надо с босса следующего? Смотри. Да. Что надо? Ботинки сразу, да, говорю, знаешь, будем драться. Нужен. Ну, тогда... Вот, Лёня. Знаешь, джипси, тебе что? Что тебе надо, джипси? Я бы объект твой пошел. Так объект еще не достиг объект. Дискон? Всех. Да. Объект, объект. Ебать, я уже спал, что думал. Объект еще до объекта не дошли. Дойдем до объекта, а то зайдешь тогда. Да, пока что идем на ту хлопу зайдем. Так, Женечек, пошли, брать. Пошли канал второй, Женек. Так что, что ты запутался? Решили? Сосну, ты будешь забирать? Я буду на ретрике, но я не буду шейм собирать вот так вот. Вот, теперь к Сане вопрос. Лучше кому? Вару какого-нибудь сделать, профит не будет. Ну, значит, шейм собирает Вара. Шейм собирает... Шейм собирает Петя первый тогда, раз Сане не ходит. Не кровь нужна. Кровь сейчас паролите. А, ну все, договорились. Блять, с моим Таролом. Все равно сейчас ДСов нету, поэтому... Да, все равно первые ДС и пойдут Петя, первые ДС, а все остальные будут помогаться там с гильдией, там кто будет брать, там ДС помогать, как можем. Ладно, пока дискон можно пойти покурить. Так, я в туалет и пока сбегаю, пока вот. Я вам получаю стенку скину. Вы туда, пожалуйста, лайков понаставьте. Это по сути нас касается всех. Где фут? Вот сюда ТС, кучу лайков понаставьте. Блять, Саня, ебать, мутика сделали. Пиздец. Саня. Да. А как ты смотришь, ну, ребята, если, допустим, поставить РТ на 12.45, ну, чтоб чуть раньше собирались, и в 13 давать ЕП за тех, кто вовремя пришел? Просто мы реально вот сегодня 30 минут собирались, это все-таки чуть-чуть, но время. Надо всех спросить. Ну, можно.
вот речь. Ну, 12.45, а в 13 давать ЕП, кто вовремя пришел, ну и уже начинать бить. Ну, какой-то стимул просто, ну, чтобы не терять время, потом вот эти дисконнекты. А как лайк поставить на тему? Да, и как мне поставить лайк тоже? Расскажите. Не, на самом деле, ну... Да вон под... Там лайк, лайк написано прям. Под раком Макафо поставьте лайк здесь. Ну... Ну, кстати, он создает уже тему не первый раз. Это реально, блин. Никто не будет подстраиваться, потому что, ну, какой процент людей играет вот в это время? Процентов 10? Что мешает там в 9 утра это сделать? Ну, админы тоже люди, им за всем следить надо, но... В 9 утра что, они на работу еще не пришли? И что? Ну, я не знаю, как у них график. Типа, ну, скорее всего, как-то у них слабый график. Ну, это вообще стрёмно. Скорее всего, они занимаются поддержкой сервера, ну, то есть с обеда, когда вот онлайн начинает расти, до ночи, когда онлайн начинает падать. Утром онлайна нету. Ну, в это время и надо делать. Не знаю. Иду мультика сегодня качать. Ой, ой. На X5, Саня? А? На X5? Нет, на X4. Я сейчас мультика себе вкачаю. Приодену его как-нибудь. Потом они откатят. И его пофиксят. Ой, блядь, пошли нахер. Там обнова на 36 мегабайт. Сейчас уже сразу появилась. О, шаманов мультики улучшают по-любому. Это, мне кажется, мне кажется, это Т4 обратно откатывают. Бета-тестер, так, Джипси вместо Найоми. Женек, надо что-то со второго, с этого босса? Или Лёня? Или Женек. Я не знаю, я сейчас зайду, посмотрю, что там падает. Да, давай, Тухопу смотрите. Леня или Женек, один из вас. Ну, вроде как, мне ничего не надо, сейчас посмотрю. Все, тогда пока лофнись, бета-тестера в рейд. Ну, такой пачкой пойдем. Саня, Мавард, заходишь, Наёми, заходи, Враска, Дексиона, Женёк, ну, Апокалипсис. Да, я захожу сейчас, докачаю. Будрейвен, Полинор. Ой, я сейчас колечко докачаю, у меня так ДПС вырастет. Санька, ну тут что, ты забираешь на грани или как? Ты как бы две первые грани я планировал все на тебе, Петя. Далее ШМ ты должен был собирать. Но если ты отказываешься, будет Петя собирать. Короче, грань берешь, да, нет? Или родишь совсем? Грань я возьму. Грань я возьму, а ШМ да, тогда... Хорошо, тогда эту грань забирает Сасуна, все остальные уже родик начинают. А если у меня квеста нет, мне дастся? Нет. Я не знаю, это спрашиваю у других. Иди за квестом тогда. Где он? Внизу вначале. Стоит. Бля. Слева возле печки. Ну все, меня накидай на замену, короче, мне ничего не надо. А, подожди, понял. Нет, не надо, там Вакати уходил на замену. Ты заходи. Мне уходить или нет? Не-не-не-не-не, там Вакати ушел. Уходите, я надо плачу быть на Фоксе, а не уходить. Отменили Т4, да? Да. Теперь опять Филиппки дамажить не будет. Да, вернули, у меня вот на Эршаме опять 10% все равно. Блять. Да похуй, это здесь тогда делаем. Символы там свои поменять, которые... Да, да, да. Кстати, смотрю, вот ребята на Элеме почти 12 дали. В 2004-210. Мне тогда на 13 было, ну, 4-10. Может, все-таки так лучше? Сами пусть разбираются. Апокалипсис, заходи. Пойдем без Апокалипсиса, частицы. Только поставьте шкаф за Смонти Мавара. Там еще. И Наёми. А, Наёми уже здесь. Я уже здесь. Ну все, ладно, пошли дальше. Уже попробуй нас руки сделать тогда. Гуните три шкафа. Никто шкаф не ставил, теперь целых три сразу. Три шкафа, блядь. Три шкафа, и вы еще два шкафа засумоните. Все, пошли, 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 они все здесь, я тупанул.
Да, чаще всего по два шкафа ставили, просто один не тыкали и отменяли. Влад, ты на Дексиону, я на Джанка МКшку. Повторяй, Санечка. Ну тогда, если Петя первый шкафом собирает, то ДС и Петя пойдут. Мы максимально быстро шкафом нахуй собираем. Сань. Да без проблем. Нет, там, конечно, там выгоднее, пош... потому что осколки шелтать надо. Ну, да, ну, там... ты говоришь? Что с американом? Я в эфире. Чего не прыгал? Бычки реально собрать. Я тогда 25 осколков собрал, когда моя очередь дошла пока. А сколько там, 50 осколков? Что опять за обнова? Да. Это уже все, апокалипсис, ты уже не мой мальчик, если что. Все, ДК сама. Сань, так что рога будешь создавать? Блядь, ну я рогу люблю вообще изначально. Не, я думаю, они все равно будут какой-то апдейт делать, просто неизвестно когда. Либо сейчас откатили из-за того, что очень сырые половины не работают, либо они случайно это сделали и на самом деле хотели под X5, T4 сделать. Два варианта. А, ну вы чё, что? Добивайте быстрее. Череп. Сейф, каждый сейф отдаем под этот под скилл. Саня, ты первый отдашь. Из себя урхиль. Ну да, все они поломали Т4. Они его вернули обратно, кем он должно было быть. Скоты, понятно, на экспертах. Какого процентах Сань дамажит? Типа. Это понятно. А, бля, это не от, не от этого, это от вонючки идет. Урон потом. Понятно, что в процентах, но потом урон тикающий убивает. Опять БДК стал бы смысл. Нормально, пока. Травма сегодня получает. Надеюсь. Ну, Машка, либо шаманчики. Либо Полинор, шаман, точнее. Марутич. Основной мелодин. Ой, Марухич, сложно здесь ответить, кем. Видишь, что есть Ршама, то нет Ршама, блин. Уже появился Элем. Собирай, наверное, и ты так собирай, но мейн по-любому один будет. Типа... Гламур типа появился, Элем есть, два Элема нахрен не надо. Собирай Ршаму дай. Элемы особо не дамажут. ДТ-5. ДТ-5 они хороши. Да не, ну Саня, у меня тогда нормально было 13 на сурке. Копейками. Так, на этого Геру дадим. Все подошли близко, дали Геру. Ну, не жаль. Вот на этого нужно сейвы будут отдавать. У меня когда? Уже там... Кого-то есть, Коля, Паша? Я тоже нажимал на том. Бля, я долбоёб, короче. Перепутал. Масса. Тогда на Йоми нажмёшь. Отлично, да, Паша. Давай, Паш, массакру, на Йоми жми уже гимн на ХП. Враску. Марухич, вставай сам. И... Следующий нажмёт твой гимн. У меня под следующий будет. Окей. Главное, чтобы всех не служило. Давай, Войд, жми уже гим. Заранее. Хорошо, вроде все выживут. Вы слайкеры не прохилили. Пойду ловушку активирую, резать потихоньку. Что там будет? Приготовьтесь вторую ловить ловушку.
прессуйте всех. Бежали на Тухлопуза за фласками СПДшные. У кого-то еще остались, кроме меня? СПДшные к определенному Элик, ДДшные Сосуны Кадама. Дайте сумму поживать. Отставьте в кавзу, смоните Женька Троянского. Одну метку под жопу к боссу. Одну метку под жопу к боссу, одну в крест. Левая пачка, третья группа крест. В сторону креста рассасывается, вторая группа рассасывается в сторону квадрата. По хилам Сацуны Марухич лево, Мавар плюс-минус центр. Полино Рону справа. Кидайте мен за пасками. РДДшный. Сейчас Майлик и определенный. Метка куда между меток будет? Нет. Одна метка выносится в крест, другая в квадрат. Будем тоже сбегаться. И одна под жопу. То есть три споры кидаются. Одна должна быть в кресту обязательно. Есть все люди, которые слева стоят, сбегаются в крест. Одна в квадрат, те люди, которые справа сбегаются в квадрат. И одна под жопу к боссу. И все мелики подходят под жопу. Чего вы сосуны не резнули? Два раза резнули. Сань, вставай. Встань быстрее, это засумай. А рейндж 10? Да, рейндж 10, напишите. Но когда сказал сбежаться в метке, сбежались. То есть туда спора заносится одна, и вы должны все по три спора иметь. А кто не будет три спора, то сдохнет тут. Геру тогда под конец дадим, потому что у нас 7 минут как раз, когда... Сань, ты тут? Сосун. Сань. Может он вылетел? Видно, отошел. Пока что фласки хоть не пейте. Пока всех нет. Или уже выпьем. Саня. Саня Сацуны. Женя Вакати, ты тут? Да. Давай в рейд. Сюда потом. Вадим, давай в Кропало. А, блядь, он же кровь забирает. Подожди пока. Подождем минуту буквально, не заходит. АП фласки у Кадамы были. Ой, пиздец, у меня брат принтер, блядь, сломал. А, принимай плюс. Блядь. Научил, блядь, Манчестер. Вчера печатать нахуй, в итоге в следующий день все пиздец. Выходи, блядь. Читы на GTA печатал? Ага, блядь, какие-то раскраски, которые не раскрашивают никогда нахуй. Ставлю рыбу. Ребафаемся. Дайте ребаф по Сосуне. Фласки можете уже пить. Масло не забудьте. Будем напулять. Еще раз. Третья пачка слева. Вторая пачка справа. Марухич Сацуны слева. Полинор Ону справа. Мавар по центру. Сбегаемся по одной. Одна должна быть спора крест, одна квадрат. Когда споры появились, когда сказали сбежаться. Под едку и гниль нажмешь, стоит. Давай ты похлован. И мастера урна тьму. Чего не хватает тут хайп? Сейчас дам вам собаку спачку.
Извини, Маш, просят тебя. Собаку лучше хантам. Да. Так, ты готовы? Добавим пол. Тьму возьмите место в даянии. Рэндж, вначале держите сердце дальше, пока не повесит споры. Эти 3 секунды споры. Джанг, Мавар, сбежались. Одну в миле зону занесите. Почему 3 в этот? Угу. Сбежались. Крест. Квадрат. В одной каждый должен получить. Лексион, а ты чего не сбежал? Сбежались. Теперь разбежались, да. Только взорвалась спора, сразу на Брэнджу набрались с ним. Мавара, Кадаму, еще одного прохила там не вижу, кто на Йоме. Скоро споры, приготовьтесь. Сбежали. Крест одну вынести. Крест одну спору. Чуть ближе к мили... танкам. Миликам ближе зайдите, до танков не достанете, блядь. Короче, под едкую гниль будет айсбаунд и массакра. После третьей споры там как раз герб он будет. Да, два стака танк должен выйти. 4 человека, Мавар, топ хайп, на Йоми и еще один прохил. Сбежались. Крест, квадрат, одну. Я в мили вынес. Давай. Ты можешь, в принципе, в мили стоять. Вот айтер дэш. Все, на подъедку гниль, два сейва и мастер аур на тьму. Через 11 секунд приготовились. Айсбаунд, массакра, мастер аур на тьму. Больше споры не сносим. Одну жали с сейвой. Просто. Все, просто сейчас бейте, ничего не сносите. Геру через 20 секунд дадим. Десять секунд, Гера. Мы до второго убьем? Давай, да, убьем. Давай, Гера. Убьем. Выше Гера, давай. Или не убьем. Как-то ДПС меньше кредит стал. Конечно, про Ян ДПС там нету хера. В прошлый раз убили до второй детки не. Ладно, там через бабл тоже можешь стаки что-то скидывать. ПС-ка. Давай. Через 29 секунд едкая гниль, давайте все поднажмем. Успеваем. Должны. ДПС меньше стал. Ничего, и Гера не спал. А, ты не в демоне был драйвен, да? Поэтому не стало меньше. Да, ну и без этого меньше стало. Не нажимайте на кто. О, ботинки какие сочные. О, ботинки забудьте. Сейчас будем драться с ботинками. И где-то хоть какая-то шмотка. Так, Сацуна, сразу пирог. Блин, начал дома, что, истерия залетала?
Такой как-то 10 починили, знаешь? У меня буря прокает вообще. Мы в этом месте, блядь, на паладине. Когда такое было. 7к готов за ботинки дать. Все, кто на хапу меткости, сейчас будут бороться до того. Мой лик, ты перчатки будешь ролить? Да. Почему 500? А, туда, все понял. Так. Я не больше 2000 дам, если нужно. Так, перчатки сразу под нами. 250. Ну, пока вот 250 раз. Мой лик 300. Сацуна 1000. Сацуна 1000 раз. Мой лик 2. Мой лик 2 раз. Мой лик Сацуна 2 и 2. Раз, два, три. Кидай меня сами. Минус 200. Пояс Юи и Пахвалан. Давай Юи за 250. Юи 250 раз, 252, 253. Кидай меня. Поле. Так, надо было чуть-чуть додушить, чтобы чуть выше тебя ставить. Кстати, да, я тоже. Ну да ладно. Фласки на профи начнем выдавать? Ботиночки, фласки уже выпили. Сколько? 3200. Блять, я даже фласку не пью, на этом был фиг понятно. 5, 6. А, ну ясно, как мы били, блять. 8, 9. 11. 11 раз. 12. 13. 15. 17. Так, сколько там у тебя? Войд под тобой. А у меня? 19. Сколько ты там Войд поставил? 17. 17 500. 18. У тебя больше нет. Да пусть забирается сейчас. 18 200. Фу, 18 438. 18 500, значит. Да, отдал бы ему, да и все. Стань шаг, как бы нормально надо делать. Ты шаг 12 поставил. Не, я 18. Ну я называю цифру, ебана. Я же сказал. 18 500. Раз, 18 502, 18 503. Так, отними мне 18 500. Так, Наёми, что-то надо с босса? Жезл. Так жезл ты с того, говорю, или с этого жезл падает? Ладно. Понял. А, жезл. Блять, ладно. Все, понял. Так, джипси, там джипси объект нужен был. Объект джипси ИП-институт, где ты? Да, я тут. 700 джипси старт, кто ставит больше за объект? Гламур 1000. Джипси ставит полторы. Больше. Полторы? У тебя 12 800, ты что-то. Ну что там? Гламур 2. Гламур 2. 2,5. Давай 3. 4. 5. 5,5. 6. Забирай. Отлично. Гламур 6, если что, объект падает. Что, идем той запачкой тогда, фласочки. Жень, тебе с гнилого ничего не надо? Нет. Окей. Пускай другие электрики подъедят. Коля тогда на боссе, Пахлаван на больших мобах. Все под жопу босса, конты тоже смотрите аккуратно. Готовность на пол. Не, ну ботинки топовые, их снимешь теперь, когда... Зуламани классный тоже падает. Апокалипсис, гламур. Все класски выписаны. Пока, гламур. Ну, блять, ну не вкажете. Починитесь заодно всем. Апокалипсис. Ярослав. И дух стаи охните, да. Сейчас убьет кого-нибудь. Ярослав. Ярик, бля. Фласку выпей, у Сацуны возьми.
Быстрее. Он мне давал уже, я просто забыл. Ну так выпивай, пей, готовность и погнали. Сука, ну, ну блядь, я. Давай, Маша, Маша, давай БР. Минус наемный, минус наемный. Наемный. За пул. Вставай, наемный. Ребаф ее. Кто здесь палил? Никто не диспелил, это тема очищения. Полинор диспелил. Ничего. Когда будет взрыв, сказали всем убежать, все убегаете. Простреливаете, ничего не диспелите. Определенно. Сань, поиск. Закрыли. Гера через 2 минуты будет. Подкатывай, блин. Дальше на профайзе. С хибнивал. Петь нужно. Петя и Женя вдвоем будут. Хотя Женя не очень, Петя точно. Сколько до Геры? 2 минуты. Ну, меньше. Там меньше будет, полторы минуты. Не будем. А там взрыв будет или нет? Не вижу, сколько так. 3. Будет скорее всего. Он скинул один. Через 30 секунд Гера. Сань, поиск. Давай, когда Гера. Там Гера скажет. Гера. Выбежали, выбежали, все, все убежали с центра, к выходу выбежали. Три. Хорошо. Опа, блядь, лужу разбила. Подошли под босса. Айсбаун там, мастер аур, ну типа. Гера. Геру дали, да. Давайте, Гера. Когда мы не поднимали в раскат? Центр вернуть не хотите? Сейчас проблюется, верну. Сань, поиск. ОДС-ка. Объект упал? Нет. Наручи упали, тоже огонь. Идите, ивент сейчас, допустим, лестните в Раску. Так, Санечка, тебе. Да? На профа можно? Так, смотрим. Могу тупить на профа, если с кем-то надо.
Я такая же. Сейчас разберем. Только давайте не багайте эту хуйню, там 500 репы, блядь, давайте туда заходить. Сейчас пойдем, сейчас пойдем. Все подбегите тут. Бегите все. И перетяните Петю, пожалуйста, кто-нибудь. Кто уже добежал. Сейчас я добегу, начислю ИП. Петь. Петь, слышно? Да. Заходи на профа. На его осталось. Три минутки. Окей. Подходите все. Ивент будем запускать. Стойте пока. Не заходите пока внутрь. Стойте. Машка. А, ФК одно видео написала. Давай пока шмотки разъепешим. Она умрет тогда. О, какая шея. Да? Тут это зачем так умирала? Шея. Танковская. 250. Машка. Коля. Нужна? Ну? Круто. Не берете? Паш. Да если надо, они пожрали. Лучше с меткостью, но почему это? Ну окей, тогда на офспек 125, там апокалипсис танчат, троянский иногда танчат. Молодец. 125 раз, 125 два, 125. Кидай, мин. Пусть будет, блин. Ну не, себя я поставил, 125 я взял, блока. Плечики, 250. На офспек 125 кому-то надо. 125 раз, 125 два, 125 и никому не надо, надо расплыл. Ну как нонсет на срыва какого-нибудь и все. Не хотят, как хотят. Давайте, драка. 250. Полинор 2000. Новомур 3, Марухич 3. Какой-то... Лёня, блядь, если я так просто возьму, за твое ИП кому-нибудь отдам, если будешь ставить. 6500. Гламур, 6500. 7 гламур. Раз. 7 гламур, 2. Марухи, 7500. Раз. Давайте быстрее, 8. 8 раз. 8, 2. 8, 3, кидай мне. Все, эмобой, ты здесь? Убежали. Все внутрь, короче. Петя, ты, кстати, первый шлем собираешь, если ты там. Почему не отказался? Почему не отказался? Собирать шлем. Запускайте им. Я не хочу этот гемор с осколками, честно. А кому кровь отдать? Мне? Ну я типа эту грань сделаю. Я тебе ДС отдам сейчас все, которые есть у меня. Мы будем все ДС с первого тебя. А чё, репы не дают? Видимо, убрали. Трэша нету просто. А, да? Изо всех мобов дают. Кто за ло, а где трэш? Ну, значит, убрали ивент. Так, так, так. Лёня, давай ты нас за... Лёня, тебе с этого босса шмотки не нужны? Я помню. Нет. Ты на замену, так, оф, в идеале офф не персонажа, чтобы фласка не тикала, ты потом понадобишься. Возьму Петя вместо тебя. Вместо могу тебя будет. В Акате, потому что я понимаю, колба нужна. Друзья, а что за босс сейчас вообще? Проф. 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 Давай в Акате уступи тоже тогда. Тебе не нужны токены, я пока. Ну, в Акате не заберет точно. Мне токены нужны, джипси. Паладины, паладины полезнее здесь, потому что у них есть диваны. Так что лохать не нужно тоже будет. Хорошо. Тебе я токены могу, нужны. Я могу войти на замену, если надо. Да, давай ты, Женька, на замену, джипси тоже в рейд. Все такое. А, у нас сколько миликов тогда? Подожди, а, нет, 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 нет. Ты не идешь на замену, у нас миликов мало будет тогда. Если милика выберет, то хуёво будет. Все, Женек, сиди. Так, так,
Woodraven Wraith, по-любому. Этот, на Йоми надо что-то с этого босса? Да, токен. ЕПшься, Джипси. Давай 1000 ставлю. Я не вижу чат, я офнутый. Там 3к поставим. 4500. 5. А давай, стоп, по ИП-чкам потом. Ну 5 запомнили уже. На место топ-хайпа зайди. Влад, просто офни. То есть Монти Джипси Хитли и Вакати. Вакати, да. Все почти уже. Он офнулся? Не знаю, сейчас посмотрим. Напоминаю, СС-ы заливаются на третьей фазе. В строительной фазе. Эмобой будет по вакансии. Джанг по Майлику. Будрейвен по Сацуне. И кто там еще? Эдексиона по Ону зальешь. Первая даст Боб вакансии, второй Майлик. Когда скажут. И скажут, пока рано закинули, ребят. На третьей фазе. Ну ладно, на Ону можно сразу. На тех не закидывайте, не тратьте СС. Загружусь. Так, ставьте в капсу, монтик, джипсики, сити. Джипсики, урон вырос? А? Они шаг отменили. А, уже откатили обратно? Да, а так да, вообще, конечно, вырос. Ну, что-то странно, они по факту два класса изменили, да? Много классов. И не два, много классов изменили. Скорее всего, ну, большинство будут менять. Ну, ребята, да, кто-то предположил, что это на X5 просто будет, и все. Это везде так, будет? Сумоньте петь, джипсики сразу мне фокус. Мне кажется, это не для X5 изменений, это для X2, блядь, изменений какого-нибудь. Петя знает тактику. Давайте сразу тактику расскажу. РДДшники всегда бегают за мной, за магом, вон на мне сердечко висит. РДДшники всегда в одной пачке бегают. Мелики бегают за Петей, я поставлю тоже на него метку. Будет на нем печенька. Метка. На хики. Бьем босса на первой фазе. Появляется зеленый слизнюк, все мелики, напоминаю, бьют босса. Босса слизнюка зеленого в лицо всегда, и вы должны отлетать в сторону РДДшников. Отлетели в сторону РДДшников, сразу не бежите на зеленого, сбежались все. Я на себя метку поставлю, тоже квадрат. Вот, сбежались к квадрату. Еще там луну поставлю. Так, сбежались все квадратик, именно в меня. Потом выбирается какая-то новая цель, опять пошли бить зеленого. Еще раз нас оттолкнуло. То же самое, сбежались все в одну цель, потом пошли и добили зеленого. Так.